чем обязан? Я Воробьянинова сын. Предводителя? Он что же, жив? Папа умер. А посему я бы хотел приобрести что-нибудь из мебели покойного папаши. Это ведь только обеспеченному человеку под силу. Вы-то чем занимаетесь? Свободная профессия. Собственное мясо-хладобойня на артельных началах в Самаре. Прыткий молодой человек. Ну так вот, просьбу вашу выполнить трудно, но можно. Потребуются расходы. Небольшая сумма. Ближе к телу, как говорил Мопассан. Рубликов 70 положите? Что ж так много-то? Овес нынче дорог. Собственное мясо-хладобойня, говорите? Вас одолели сомнения. Напрасно. Деньги при вас? Сомневаться в наших деньгах?